вопросов от меня и 10 честных ответов от артиста. А честные они потому, что времени думать просто нет. На этот раз героем рубрики стал Стас Пьеха. Сухарики с хреном или с беконом? Бекон. Пиджак или ветровка? Ветровка. Чай черный или зеленый? ПР черный, да. Секс на диване или на полу? Диван все-таки. Автомат или механика? Автомат. Девушка без укладки или без педикюра? Без укладки ложим. Берете маленькое или силиконовое? Маленькое. Таиланд или Греция? Одно и то же, по сути. Ну, Греция, фиг с ним. Титаник или Аватар? Аватар. Спать по обнимку или нет? Нет. Кстати, у нас тоже есть страничка в Инстаграм @ru_tv. Там вы можете увидеть многое из закадровой жизни нашего телеканала. На этом сегодня все. С вами была Лиза Жарких. Увидимся в сети.